Всем привет! Начал собирать очередной мини-погрузчик. Зима, как говорится, в разгаре, а я, как всегда, с лопатой. В общем, вот в такой стадии сейчас. Решил на этот погрузчик попробовать сделать дисковый тормоз. Но, если что-то не получится, на всякий случай оставляю колодки на мосту. Вот. Кстати, обратите внимание, щитки копеечные, эксцентрики стоят. Для разведения колодок. Я имею в виду копеечный ВАЗ-2101. Вот. Дисковый тормоз. Посмотрел, как делает Юрий Кудрявцев. Юрий, привет вам. Да, правильно. Он говорит, что если сделать на диске ВАЗ-2109, ну, в общем, переднеприводных машин, то станет суппорт. И место для цепи уже, можно сказать, не остается. Ну, большая вероятность, что будет цеплять. Так как теперь у меня есть токарный станок. Выточил проставочку вот такую для центровки. Все встает довольно плотненько. Звезду нужно молоточком вообще рассаживать. И с ней суппорт встает уже с зазором от звезды. Все должно быть нормально. Пирог весь этот собрал, просверлил отверстие. Ну, сейчас я проставку не выставлял, чтобы они попали по отверстиям. Но смысл такой, что вот в диске просверлено отверстие. Диск, центр диска не расточен, ничего, все как есть. Можно было бы, конечно, попробовать собрать и на диске от классики. У него вылет больше, но у меня его нет, а вот девяточный лежит. Поэтому решил сделать так. По погрузчику, ну, в принципе, наверное, все как всегда. Единственное, будут мощные вот такие рулевые наконечники. Это нижний. Верхний будет вот такой. Сделан вот из этого. Второй такой же. Шкив на КПП ведомый будет маленький, чтобы бегал побыстрее. Не помню, какой диаметр. Сейчас померяем. Восемнадцать сантиметров диаметр шкива. Да, звезда вот эта вот не из стали 45. Вот этой, которая на коробке, а из обычной СТ-3. Вообще, я планирую этот погрузчик поэксплуатировать зимой сам. Соберу я его, наверное, без покраски даже. Потому что возможности у меня сейчас нет покрасить, нет компрессора. Свой продал, хотел купить помощнее, но не получилось по финансовым соображениям. Но не суть. В общем, соберу без покраски. И покатаюсь на нем сам. Заодно посмотрю, как будет снашиваться звезда из обычной стали. Скорее всего, зубы прикатаются вот эти. И я, наверное, сниму ее по кругу, закалю как раз вот. Ну, сами зубы прогрею резаком и закалю. И также сделаю с той, которая на коробке. Но это возможно. Пока еще точно не решил. Посмотрим, как будет идти износ. В общем, вот такое видео. Ковш будет из четверки. Ковш уже он нарезанный стоит. Четверка. Чуть-чуть не новая, скажем так. Лист целиком с металлоприемки выкупил. Но все же. В общем, вот так. Всем пока.